Родился 16 августа 1923 года в Астрахани. 1939. Артист АБ Ярославля. 1940. 1942. Студия Астраханского драматического театра 1942. Тюса театр мускомедии Сталинграда. 1942. 1947. Служба в рядах РККА. 1948. Артист Пермского театра музыкальной комедии города. Артист филармонии. 1948. 1958. Работа в Иркутском театре опереты. В 1956 году А. Орлов поставил спектакль «О строителях Иркутской ГЭС. Огни сибирские». Музыку написал главный дирижер театра А. С. Кулишов. Автором пьесы был артист театра Н. К. Каширский. Премьера спектакля состоялась 21 декабря, в день, когда Иркутская ГЭС дала первый ток. В течение двух сезонов спектакль прошел при переполненном зале. 100 раз на Всесоюзном смотре музыкальных театров спектакль «Огни сибирские». Получил диплом и степени. В 1958 году получил приглашение от Г. М. Ерона и перешел служить в Московский театр опереты. Обаятельный, танцевальный, пластичный Н. К. Каширский стал ведущим актером МТО. Умер 4 февраля 1978 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.